На седьмой позиции у нас Dugi i8. Вживую телефон, конечно, смотрится не так круто, как на картинках, и имеет ярко выраженные боковые грани. На борту здесь Android 9.0. Дисплей 6,1 дюйма на LTPC матрице с весьма скромным и не совсем стандартным разрешением 1280x600. Работает смартфон на базе 4-ядерного процессора MTK6739. Имеет 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Поддерживает работу двух сим-карт. Заявленная емкость батареи здесь 3400 мАч. Также смартфон имеет две камеры. Основную камеру 8 плюс 5 мегапикселей, она здесь сдвоенная, и фронталка на 5 мегапикселей. Честно говоря, мне не совсем понятны доводы людей, покупающих этот смартфон. Так даже при его скромной цене $80 можно поискать более интересные варианты. Но тем не менее, данная модель очень популярна. На шестом месте у нас еще один истинный китаец. Это Olifon S10 Pro. По характеристикам здесь ситуация во многом сходна с ранее представленным Dugi. На борту Android 8.1 на базе 4-ядерного процессора MTK6739WA, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Дисплей здесь 5,7 дюйма с разрешением 1498 на 720. Смартфон оснащен батареей на 3350 мАч, основной камерой на 16 мегапикселей, она здесь также сдвоенная, и фронтальной камерой на 8 мегапикселей. На задней крышке расположен сканер отпечатка пальцев. Особенностью модели я бы назвал дурацкую монобровь, которая полностью скрывает панель уведомлений, а также огромную нижнюю бороду. К чему такие дизайнерские решения, непонятно. Цена этого смартфона также в районе $80. Ну и вот вам примеры фото с основной камеры смартфона. Пятое место занял у нас Alcatel U25 Pro. Этот смартфон работает на базе 8-ядерного процессора MTK6750T. На борту установлен Android 8.1, 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет дисплей 5,5 дюймов с Full HD разрешением 1920 на 1080, что не может не радовать. Основная камера здесь сдвоенная в комбинации 13 плюс 2 мегапикселя, фронтальная камера 5 мегапикселей. Сканер отпечатка пальца по стандарту расположился сзади. Батарея у смартфона имеет емкость 3200 мАч, что в принципе тоже довольно неплохо. Цена смартфона в среднем $100, и в принципе он ее вполне оправдывает. Да и основная камера здесь для такого бюджета снимает очень достойно, сейчас увидите сами. Будет показана вам пара фото, сделанных этим девайсом. Ну а этот смартфон порадует суровых парней, ведущих активный образ жизни. Это Blackview BV6820 Pro. Основная фишка этого смартфона – это его, конечно же, ударопрочный и пылевлагозащищенный корпус. Степень влагозащиты здесь IP68. По железу здесь также есть чем порадовать. У этого смартфона довольно широкие возможности. Модель работает на базе 8-ядерного процессора MT6750T. На борту установлен Android 8.0, имеется 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащен Full HD дисплеем на 5,7 дюйма с разрешением 2160 на 1080. К
Смартфон имеет на борту NFS-модуль, который позволит вам оплачивать покупки с помощью вашего смартфона. Также поддерживается беспроводная зарядка, есть поддержка от LG и присутствует сканер отпечатка пальцев, по традиции расположенный на задней стенке смартфона. И в довершении этого перечня нельзя не отметить мощную встроенную батарею емкостью 6580 мАч и две камеры на 16 мегапикселей основную и на 8 мегапикселей фронтальную. В некоторых отзывах в интернете встречается информация, что дисплей здесь немного лагает при работе, но опять же массового подтверждения эта информация не имеет. Цена этого девайса $220, но для его возможностей и функционала это вполне приемлемо. На третьем месте у нас вот этот представитель марки Lenovo. Это модель K5. Хотя я и не признаю никакой продукции этого бренда, но в обзор этот смартфон все же пришлось включить, так как он пользуется довольно большой популярностью на AliExpress. Итак, здесь мы имеем на борту Android 8.0, 32 ГБ встроенной, 3 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 МГц. Дисплей здесь 5,7 дюйма. Сдвоенная камера на 13+3 мегапикселя, а также фронтальная камера на 8 мегапикселей. Сканер отпечатка пальцев расположен на задней стенке смартфона, но смартфон также имеет поддержку функции разблокировка по лицу, а также поддерживается управление жестами. На смартфон установлена батарея на 3000 мАч, чего, мне кажется, для этого смартфона будет довольно маловато, хотя производитель доказывает обратное. Смартфон этот стоит $100. Стоит он или не стоит этих денег, решать вам. На втором месте у нас модель, которую можно смело назвать бестселлером от компании Xiaomi. Это Xiaomi Redmi 6 Pro. Данная модель знакома многим, особенно людям, которые отслеживают мобильные новинки. Итак, в самой дешевой версии этот смартфон будет иметь 32 ГБ встроенной, 4 ГБ оперативной памяти. В этой конфигурации смартфон обойдется вам примерно $145. На борту здесь у нас Android с фирменной оболочкой MIUI 9.0. По воздуху должен обновиться до 10-й версии. Работает смартфон на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 625 Octa-Core с графическим ускорителем Adreno 506. Full HD дисплей на 5,84 дюйма с соотношением сторон 19:9, разрешением 2280 на 1080. Две камеры, основная сдвоенная на 12+5 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей. Встроенная несъемная батарея на 4000 мАч. Смартфон можно приобрести в одном из трех возможных вариантов цвета – голубой, розовый и золотистый. Ну и наш лидер. Первое место. У нас безусловный лидер бюджетного сегмента смартфонов от опять же компании Xiaomi. Это Xiaomi Redmi 6A. Учитывая бюджетность модели, каких-то выдающихся характеристик производительности ждать, конечно же, не стоит. Но это никак не помешало этому смартфону стать практически идеальным устройством в этом бюджете. Итак, здесь у нас, естественно, Android. Естественно, оболочка MIUI. Смартфон работает на базе 4-ядерного процессора MTK с графическим ускорителем Helio A22. 16 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти. Дисплей на 5,45 дюйма с разрешением 1440 на 720 и соотношением сторон 18:9. Основная камера здесь 13 мегапикселей. Снимает она, конечно, не идеально, но вполне приемлемо. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. К ней тоже особо претензий никаких нет. Батарея здесь несъемная на 3000 мАч, чего как бы немного маловато для такого крупного смартфона, но в принципе с этим можно мириться. Цена этого смартфона около $100. Популярность среди покупателей просто огромная, и это вполне объяснимо. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Надеюсь, вам было оно полезным. Если понравилось, ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Всем мира, добра и удачи!